Тема конференции собрала полный зал. Уже мало кто сомневается, что в этом году курорты Краснодарского края испытают туристический бум. На Азово-Черноморское побережье ожидается приезд 15 миллионов туристов. Туристов, традиционно отдыхающих в Египте, Турции или Таиланде. Поэтому уровень обслуживания здесь должен соответствовать их ожиданиям. А как известно, основная успешная составляющая турпродукта – это в том числе и местные продукты, которыми сегодня необходимо наполнить все предприятия и санаторно-курортный комплекс как города Сочи, так и в целом курортов края. Для каждого отдыхающего, кто едет в тот или иной регион, для них интересно попробовать местные фрукты, овощи, мясо, молочную продукцию. И этому будет посвящена конференция. То есть найти общие пути решения проблем именно с организацией поставок в город Сочи в том числе. Поскольку для Сочи больной темой является отсутствие, по сути дела, местных товаропроизводителей. И в условиях импортозамещения именно санаторно-курортный комплекс станет той точкой развития от экономики региона, которую мы сможем развить в этом году и на долгосрочную перспективу.